Особое мнение на 101FM. Добрый день, программа «Особое мнение» в эфире. Меня зовут Ксения Казакова. Напротив меня наш сегодняшний гость, депутат Кировской городской думы Татьяна Веселова. Татьяна, добрый день. Добрый день. Итак, начнем с транспортной темы. 19 августа состоялось заседание рабочей группы по транспорту. Там в том числе обсуждалось создание новой схемы автобусных маршрутов. Она должна претерпеть достаточно большие изменения, в том числе планируется закрыть 8 автобусных маршрутов. Произойти это должно с 1 июля 2020 года. В том числе планируется создать ряд таких подвозящих маршрутов, которые будут предвозить пассажиров из отдаленных микрорайонов в какие-то там, я так понимаю, пересадочные точки, где они будут пересаживаться и потом уже садиться на круговые маршруты и, собственно говоря, ехать до точки назначения. Вот вы считаете, эта транспортная схема новая, нужна она нам или нет? В том виде, в которой я ее успела изучить, тут, к сожалению, 19 августа, которая была рабочая группа в администрации, депутатов не приглашали. Угу. Хотя на все заверения главы администрации депутаты будут участвовать в разработке. Но сейчас ближайшее рассмотрение депутатов, это будет 29 августа на депутатских слушаниях. И все, что успела лично я увидеть, я уже вижу, что эта схема, она не жизнеспособна для города Кирова. Почему? Вот эти пересадочные узлы, во-первых, а где их сделать? У нас место для разворота есть, наверное, только на окраинах города. И зачем человеку ездить с одной окраины на другую, чтобы пересесть и добраться до своей точки? Но это уже город загоняет жителей на вынужденную пересадку. Угу. Если сейчас у нас процентов 20-30, наверное, ездят с пересадками, при новой схеме будет 90% ездить с пересадками. И все заверение власти, что это будет единый тариф, он все равно будет выше. Не будет ездить человек с пересадками там по эти же 22 рубля. Все равно он будет выше. И это уже будет 26-30 рублей. Но это однозначно больше, и это причем вынужденная пересадка будет. Мы с вами про повышение тарифа еще поговорим чуть позднее. Вот эти пересадочные узлы, про который вы говорите. Просто народ очень сильно возмущается в социальных сетях о том, что как на наших там дырявых остановках, у которых уносят крышу, как мы будем ждать эти автобусы по 20, по 30 минут. Но во вторник в нашей студии был Денис Пырлок, это директор Кировпассажиравтотранс. Он сказал о том, что сегодня физически у транспортников нет водителей. Поэтому вот если пересадки в 2-3 минуты из-за недостатка водителей физически невозможно организовать, зачем это вообще придумывать? Правильный вопрос, правильное возмущение жителей. Они подтверждают и наше мнение, части депутатов, что не жизнеспособны. Если бы у нас сейчас ездили автобусы без задержек, можно было бы что-то подумать об изменении. Но у нас сейчас люди реально стоят по 20-30 минут, по 40, там, морозы, когда вдруг автобус сломался. И однозначно приведет это к коллапсу. Не будет у нас лучше вдруг так вот по щелчку, что у нас автобусы будут ездить без задержек. Угу. А почему вы считаете, закрывая такие популярные маршруты, как 87-й, как 70-й, как 9-й, из которых там люди из Филейки могут доехать до Юго-Запада или из Нововятска до центра? Зачем их закрывать? Сейчас у меня такое же непонимание. Вот даже помню, там 5 лет назад или сколько менялась система, когда также я была студентом, менялась система, также закрывались самые удобные маршруты. И сейчас мы видим, что закрываются самые удобные маршруты. Но мое предположение, что разработчики вот этой схемы, они не смотрели на мнение жителей, они не смотрели, как жители ездят. Они просчитали таблицу. Да, вот депутатам дали вчера, буквально только вчера, таблицу, где То есть вы вчера какой-то просчет. Документ получили? Да, на депутатских как раз слушаний. И там нет мнений жителей. Там есть сухие цифры, что маршрут сократится на столько-то километров, на столько-то минут, и все. Мнение жителей там не учитывается. И в соответствии с этими цифрами все хорошо, но по факту будет коллапс. Угу. А какие-то расчеты там приводятся? Расчеты приводятся по сокращению километража и минутам. Также они привели цифру сокращения вообще подвижного состава, что она уменьшится. То есть количество машин станет меньше. Да. И за счет этого можно будет там реализовать эту же закупку автобусов. Ну,
Нет. Подождите, а как, если количество машин станет меньше, как же они тогда каждые 2-3 минуты будут ездить? Вот в этом-то и вопрос. И на этот вопрос ответа нет у разработчиков схемы. Не знаю, как вот они разрабатывают, но это просто бездарный документ, это бред, который нельзя у нас сейчас воплощать. Скажите, а если даже вот хорошо предположим, что схема реализуется, и будут у нас кольцевые маршруты, мне кажется, начнется жуткая давка по утрам. Вот как с ним будут бороться? Как всего это избежать? Никак. Она будет. Вот как? Не воплощать эту схему вот в жизнь. Вот единственный, наверное, метод, как можно избавиться от будущей давки и будущих получасовых там замерзаний людей на остановках. Давайте про тариф поговорим. Вы уже эту тему затронули. Значит, Денис Пурлок, опять же, которого мы уже упоминали, сказал о том, что несмотря на ранее обещанную нам якобы бесплатную пересадку, бесплатной пересадки не будет. Будет она стоить 54 рубля. Не кажется ли вам, что перебор? Перебор, однозначный перебор. Единственное, официальных цифр, вот что 54 рубля, я еще не видела. По официальным данным вот как депутату, на стадии рассмотрения цифра. Но она явно будет выше той, что сейчас ездит. А люди-то готовы. Им сейчас уже они привыкли к одной, пусть даже этой пересадке, к одной, без одной. А им вынуждены, еще раз вот повторюсь, вынуждены их пересадят, маршрут их составят до работы, там, до дома, до детского сада с пересадкой, вынуждены. Ну, вы правильно говорите, что их станет больше, наверное, потому что если они там раньше доезжали, был какой-то автобус, они заезжали удобно, там, выстраивали свой маршрут, сейчас они будут вынуждены пересаживаться, соответственно, ну, всем, наверное, ударит по карману. Ударит. Такая история. И будут ли готовы жители ездить? Может быть, они пересядут на такси, на личное авто. И это явно также ударит уже по карману, но транспортного предприятия. И пассажиропоток, который и так падает, он упадет еще больше. Угу. Ну, смотрите, вчера, вот тоже по этой пересадке, вчера, значит, в общественной палате выступал начальник департамента городского транспорта администрации Сергей Леонтьев. Он сказал, что о том, что, может быть, будет в течение получаса бесплатная пересадка. Ну, тоже вопрос обсуждается, но возможно, что вот это будет. Вот у меня такой вопрос. Если мы гипотетически предположим, что это там остаются те два перевозчика, которые там, ну, выполняют перевозки сегодня. Значит, человек на одном маршруте, который обслужит один перевозчик, доезжает из, значит, своего отдаленного микрорайона до пересадочной точки, он этому перевозчику заплатил, потом выходит из автобуса, пересаживается на кольцевой маршрут, который обслуживает, например, уже другой перевозчик. Вот, и он уже ему не платит. Вот, вот этому перевозчику, которому он не платит, кто будет возмещать выпадающие доходы? И за чей счет? По сути, даже не хочется уже вдаваться в такие детали, как она будет реализована. Хочется просто ее сейчас остановить и уже не вдаваться в подробности, как там потом дальше будет реализовываться именно вот эта схема. Но если гипотетически предположить, что она реализована будет, тут явно необходимо будет субсидирование, либо выгонят частников, все отдадут в одни руки. А это что значит? Это монополия. А если это монополия, значит, нам не остановить рост цен. Поэтому это в этом тоже опасение есть. Если вот вдаваться в подробности, много можно найти вот таких предметов, которые попросить остановить вот эту реформу. Ну, вы на депутатских слушаниях, которые вот на 29 число намечены, какой будете позиции придерживаться? Полностью пересмотра системы, которая сейчас нам предложена. Возмущение жителей явно мы передадим, потому что социальные сети взорвались. Скоро, я думаю, уже начнутся и митинги. Нововятск, как вот он будет ездить без тех автобусов, которые сейчас они? Ну, там тем более хотят оставить вообще один автобус, по-моему, 46-й и убрать 87-й. Наше мнение, оно уже было высказано не раз и подано в письменном виде. Нам нужно единственное пересмотреть существующую сеть. Где-то продлить, где-то увеличить транспорт в часы пик. Вот, то есть оставьте эту систему, которая сейчас есть, просто маршрут немножко изменить. Ну, то есть она, на ваш взгляд, более удобная, более уже жители к ней привыкли. То есть лучше ее оставить там, ну, с некоторыми корректировками. Да. Такая позиция наша, она была, она уже предложена, и мы ее будем дальше защищать. Угу. Спасибо. Давайте прервемся на полминуты и вернемся. Это «Особое мнение» Татьяны Веселовой, депутата Кировской городской думы. «Особое мнение» на 101 FM.
Возвращаемся в студию. Это программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает депутат Кировской городской думы Татьяна Веселова. Продолжаем мы транспортную тему. Мы уже в первой половине программы поговорили о том, что, по мнению Татьяны Николаевны, нужна ли эта схема, как она к ней относится. Сейчас задам такой вопрос вам. Одна из целей, которую заявлял Илья Шульгин, глава администрации, при разработке вот этой схемы, что нужно убрать гонки автобусов. Что вроде бы это небезопасно, но и, значит, чтобы это сделать, планируется перейти не на оплату не за пассажиров, а за километраж. Но в моем-то понимании, что чем быстрее едешь, тем больше пробег. Соответственно, гонки останутся, если не увеличится. Чем быстрее едет, ему все равно не заплатят больше за то, что ему положено. Положено 5 кругов сделать, если он сделает 6, ему за 6 не заплатят. Поэтому в этом предложении здравый смысл есть. Гонки могут из-за этого реально уйти на нет. Единственный вопрос, а сколько это будет стоить городу? Потому что если сейчас у нас маршрут, автобус получает за количество перевезенного пассажира, потом он будет получать за часы. И если ему норма час установлен там столько-то рублей, то неважно, сколько он посадит пассажиров, он должен за это получить. И согласно федеральному закону, сейчас эти деньги выпадающие должны покрыть муниципалитет. А муниципалитет готов покрыть эти средства? Если это будет схема реализована, мы ее поддерживаем. Единственное, а сколько она будет стоить городу? Пока еще цифры не названы. То есть в тех документах, которые вам выдали, никаких цифр нет? Нет. Поняла. Давайте еще про тарифы поговорим. 20 августа... Два предприятия, которые сегодня обслуживают городскую маршрутную сеть, подали заявление в региональную службу по тарифам с тем, чтобы повысить цену на проезд. Ранее Илья Шульгин заявлял о том, что цена на проезд не поднимется выше, чем до 26 рублей. На ваш взгляд, обосновано ли повышение тарифа? Нет, не обосновано. Даже если посмотреть, ну, вроде 4 рубля, да, это... небольшие деньги, но если это сравнивать 22-26, 4 рубля, это больше где-то 20%. У нас инфляция так-то меньше. И на 20% повышать тариф, это означает, возможно, сокращение прибыли общего. Ну, как это ни парадоксально, но в бизнесе оно так и есть. Если вы 5 пассажиров перевезете за 22 рубля, получите там 110, и либо 4 за 26, вы получите меньше 110 рублей. А такие люди найдутся, которые... захотят там одну-две остановки, лучше уж тогда пройтись пешком, чем терять эти же 4 рубля. У нас население не готово пока платить там даже на вот эти 4 рубля больше. И они правы, и схема-то другая, она, наверное, возможна. Но наши вот предприятия они не предлагают. Ну, в общем, следствием повышения тарифа может стать снижение пассажиропотока. Однозначно. И повышение тарифа, оно не приведет к качеству, улучшению качества. Хорошо. Про пассажиропоток. Вот вы сказали, что есть другие способы там, повысить, может быть, качество перевозок. Но почему вот у нас там, наши перевозчики никаких других способов, кроме как повысить тариф, чтобы там, ну, сохранить рентабельность перевозок, почему других способов нет? Почему нет не перейти на газомоторное топливо? Почему не вести какие-то, может быть, акции? Ну, это бездарность нашего руководства в нашем транспортном предприятии. Почему-то частники, они могут ездить за этот тариф, еще и 10% АТП отдавать. То есть, по факту, они ездят за где-то за 19, за 20 рублей. Угу. А все АТП, остальное они отдают АТП. Они отдают АТП. А АТП не может ездить по своим 22 рубля, да еще и плюс 10% получают, и еще и просят повышения. Ну, значит, какой выход? Наверное, руководство надо поменять. Вот то, что сейчас происходит в АТП, оно, мы видим, оно приводит и к повышению, и к... закупкам автобусов, которые тоже возмущены были наши там и общественности, и депутаты. Поэтому такое руководство, я думаю, должно уже подать заявку на увольнение. Нам что нужно? Уволить руководителей? Потому что я знаю, что вот АТП, там есть доля участия администрации. Они являются соучредителями. То есть они могут, наверное, как-то повлиять на это. Да, нужен профессиональный кадровый состав. И этим надо, наверное, заняться, а не подавать
бездарно вот там повысить до 26, до 30, там, 2 рублей, насколько они подали. Также почему вот у нас не просят транспортники возвращения льгот? Когда в 2015 году льготы отменили, пассажиропоток тогда резко и упал. Если льготы вернуть, то пассажиропоток явно увеличится, да еще и пропадет вот эта борьба с нелегалами. Потому что бабушка это же выберет уже сесть на муниципальный автобус, а не на частный. Будет. Ну да, в некоторых городах, кстати, есть, например, идешь по улице, видишь автобус, написано с льготами. И, соответственно, пассажир имеет право там выбора поехать на автобусе там с льготами подешевле, либо там на том, на котором он, в общем-то, приехал, первый попавшийся. Вот в эту сторону надо думать. Ну, к слову говоря, автоперевозчики возвращение льгот отстаивают, потому что было неоднократно, по-моему, были совещания, в том числе в правительстве области, и приглашали депутатов законодательного собрания, потому что очень от этой истории страдают муниципальные перевозчики, и они прям бьют в набат, потому что там отрасль уже буквально там на грани банкротства. Ну, давайте к другой теме перейдем, тоже по транспорту. Не так давно был размещен аукцион, на разработку проекта, в котором один из пунктов которого является рассмотрение возможности выделения обособленной полосы для общественного транспорта. Как вы думаете, нужна ли нам общественная полоса для общественного транспорта? Почему именно Октябрьский проспект? И, может быть, стоит вообще присмотреться к другим улицам? Да, вы правы, надо присматриваться комплексно, а не то, что у нас сейчас как, по какому принципу, где широко, там и делаем. Нет, так это тупиковый путь. И, в общем, Киров, готов ли к выделенкам? У нас Октябрьский проспект, даже если взять этот, на котором предлагают. Он достаточно широкий, если мы возьмем, допустим, в районе ЦУМа, в районе цирка. Но у нас там что на третьей полосе? Стоят машины. Зимой у нас будет снег и машины. И у нас останется фактически на Октябрьском проспекте одна полоса. А куда вот все припаркованные машины пойдут? Поедут. Они пойдут на митинг, потому что им некуда будет ездить и вставать. Вот готов ли город к такому коллапсу, когда некуда будет машину поставить? Эти же водители придут и к Илье Вячеславовичу, и к губернатору. И что они потом им скажут? То есть вот сейчас нет такого варианта, который можно было реализовать про выделенные полосы в Кирове. Вот у нас на примере других городов, когда выделенки делаются, когда строятся новые улицы. Вот там вот надо начинать строить улицы вместе уже с выделенками, с велосипедными дорожками, а старые улицы наши, вот я не вижу варианта их переделать. А почему вы думаете, именно Октябрьский проспект решили в администрации модернизировать? А просто, наверное, ткнули на карту, длинная, широкая, и поставили. Вот захотели, давайте сделаем здесь. Масса других улиц, конечно же, это и Воровского есть, и, ну, так. И вообще, к слову, об этом проекте, который вот они за 8 миллионов заказали, там, ну, только есть приписка про Октябрьский проспект. А в сути этот контракт повторяет то, что, за что уже город хочет заплатить 15 миллионов. У нас 8 миллионов город хочет повторно заплатить за организацию, за разработку схемы организации дорожного движения. Кто тогда подпишет контракт на 15 миллионов, я хочу посмотреть вот эту подпись, и явно это будет превышение там должностных полномочий и растрата средств бюджетных. Готов ли сесть там человек, который подпишет акты сданных работ у рязанского подрядчика? А вам этот проект будет как-то представлен на обсуждение? Я думаю, нет, потому что он уже объявлен, и с нами его не обсуждали, мы его увидели по факту. Ну, то есть депутаты ничего, по сути, сделать не смогут, уже только если там что-то, например, подрядчик не выполнит, уже постфактум там какие-то, может быть, принять меры. Сейчас единственный вариант – это контроля, и мы вернемся к вопросу о расторжении договора с рязанскими подрядчиками. Зачем нам второй такой же проект, когда у нас маршрутная сеть разрабатывается отдельно, снова дорожная сеть разрабатывается отдельно, а что тогда делали рязанские за 15 миллионов? То есть сейчас депутаты, я думаю, мы вернемся к этому вопросу. Ну, то есть вопрос есть, вы вернетесь к ним когда? Когда Дума начнется, когда начнется заседание? Да, в сентябре обязательно поставим вопрос, тем более мы уже... Ну, скоро год, наверное, будет. С декабря месяца рязанского подрядчика вытаскивали и на комиссии, и на Думу, чтобы представил проект. Городская администрация обещала, что будет доработан. Потом обещала, что будет расторгнут. А в июне, в июле нам уже обещают, а поздно.
И сейчас они хотят заплатить. Поздно что расторгать? Да. А почему? Что нам нужно разрабатывать эту же схему там, маршрутной транспортной сети. Маршрутная транспортная сеть должна разработаться на основе тех работ, которые рязанский подрядчик сделал. Ну, то, что он сделал, вот мы по факту видим, сейчас будет переделываться. Поэтому те работы можно будет однозначно не принимать и не платить. Угу. Давайте еще по автобусам немножко и уйдем на рекламу. Два маршрута, номер 5 и 90, планируется пустить по новому путепроводу в Чистые пруды. Вы на своей страничке в социальных сетях спрашивали у жителей, есть ли у них какие-то пожелания. Что они вам написали? Конечно же, лютуют жители Курочкина. Было коллективное обращение в мой адрес на вот этот маршрут. Единственное, что уже состоялось заседание, и маршрут изменили. Угу. То есть он уже ездит по другому маршруту? С 1 сентября вроде будет ездить, поэтому жителей Курочкина там, и меня как члена комиссии... Он туда не заезжает теперь? Он будет заезжать, но будет ездить в другую сторону. Если раньше Курочкина ездили по производственной и в сторону там, на Щерца до больницы, а сейчас будут по путепроводу ездить. А вот тогда до больницы-то как они будут добираться? Администрация нам говорят, ничего, прогуляются. Сколько до больницы расстояние? Ну, где-то километр, наверное. Да, летом вот хорошую погоду. При том, что, по-моему, на той территории нет ни тротуаров, ни освещения. Там достаточно такая зона. По Щерса сейчас есть тротуар, освещение есть, но они, уже жители, привыкли ездить по производственной. Кто-то даже специально работу нашел по тому маршруту, потому что удобно ездить. Угу. А сейчас у них автобус этот убрали. Уже по факту убрали. Потому что их 1000, там, а Чистых прудов 15 тысяч. Мы не спорим, что да, там этот маршрут очень нужен жителям Чистых прудов. Но вы Курочкина дайте альтернативу. Этот же 67-й, вроде, если я не ошибаюсь, маршрут. Продлите. Дайте альтернативу, чтобы всех все устраивало. Ну, 67-й, по-моему, вообще собираются отменить. А, нет, прошу прощения, не собираются. Посмотрю. Ну, только отменять автобус и пересматривать его маршрут следует только в том случае, если есть альтернатива, и жители, ну, реально им не интересен там этот вот маршрут. Там ездит один человек, которому не важно, как ездить. Тогда в этом случае... Да. Давайте еще раз резюмируем. Вы что планируете по этому вопросу сделать? Добиваться изменения маршрутной сети, чтобы жителям Курочкина можно было проехать на другом автобусе до своих точек, а не пешком километр от Попова до этой же больницы. Угу. Татьяна, давайте перейдем к следующей теме. Не менее она, наверное, большая. Это новость о том, что кировские родители подали иск к администрации города из-за нехватки мест в детских садах. Просят они признать суд незаконным бездействие кировской мэрии в вопросе устройства детей в муниципальной садике в доступной близости от дома, потому что тем, кому садики дали, дали их там, в 15-20 километрах от дома. Вы считаете, это для Кирова прецедент, такой иск? Нет, по России они есть, эти иски. Единственная массовость, да, возможно, это уникальный такой случай, когда наши родители, они у нас очень активные. Спасибо им за эту активность. Может быть, без этого не было бы тех результатов, которым сейчас хвалится администрация. С другой стороны, мы полностью с ними согласны по бездействию. Как бы нам ни говорили, сколько уже садиков сейчас построено, в будущем году будет построено, но они начали только это сейчас. И не важно, что глава администрации нынешний заступил только сейчас. Работники-то администрации все как работали 10 лет назад, которые сидят, фамилии такие сидят. Поэтому бездействие администрации, как бы они это ни оспаривали, это налицо. И с иском мы полностью согласны, поддерживаем и поддержим их при необходимости там, в представительстве. Ну, вот вы говорите, у нас строится много садов. У нас действительно в 2018 году 6 детских садов построили, в этом году должны уже 5 открыть. Почему места все равно не хватает? Потому что мало строят. Начнем с этого. Мало строят, и в другом случае, если вот мало хотят они прекратить возмущение жителей, дайте компенсации. Ну, наша фракция ЛДПР в законодательном собрании, она предлагала этот законопроект. Его отклонили, хотя это могло бы реально спасти наших мам и вообще правительство в негодовании от этих же мам. Дальше с этим законопроектом что будет? Ну, он сейчас повторно внесен, вроде по документам, по формальным признакам сейчас все устраивает. Наше законодательное собрание в сентябре, надеемся, будет рассмотрено.
Ну, то есть есть шанс, что в сентябре он будет рассмотрен все-таки депутатами, будет вынесен на заседание? Шансы есть, надеемся, что его поддержат. И тогда мамам, которые не пошли, там, дети не пошли после 3 лет, хоть какая-то будет альтернатива. Там покрытие это уже расходов на частный детский сад, ну, 5 000 это уже что-то. Хорошо, спасибо. Давайте прервемся на рекламу. Это, напоминаю, особое мнение Татьяны Веселовой, депутата Кировской городской думы. Особое мнение на 101 FM. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает, напомню, депутат Кировской городской думы Татьяна Веселова. Мы продолжаем тему про детские сады, про иск, который подали кировские родители против администрации города Кирова из-за нехватки мест в детских садах. У меня, Татьяна, к вам такой вопрос. Кто и как вообще может изменить систему распределение путевок? И почему она до сих пор не изменена, если, там, по-моему, в прошлом году Илья Шульгин говорил о том, что мы ее изменим, но ничего не произошло? Илья Вячеславович, да, за ним замечено, много говорит, а в итоге у нас к делу не приходит. Система должна быть изменена, как родители даже предлагали, просто не реализовывают. А что предлагали? Ну, в частности, даже там по живой очереди, по не дате рождения, а там, по факту. По месту жительства. Там, и по месту жительства. То есть предложений много, и главное, на них еще и не дали ответ. То есть вроде приняли предложение. И их то есть администрация себе забрала, но ничего на них не отвечает. Да, то есть они одно ответили там в разработке, и что-то нереализуемое. То есть внятного ответа ни мамы, то есть ни мы не услышали. Вот, и сами-то ничего не предлагают. То есть хотя бы сами что-то предложили. Ну, я так понимаю, что по месту жительства они не планируют выдавать, потому что вот я нашла такое мнение, что, значит, как раз представители администрации, они говорят о том, что если мы будем давать детям места по месту жительства, то получится, что одни пойдут в садик в 1.5 года, другие пойдут в 5. Что, в общем-то, это нарушает их права там, о равном доступе к дошкольным учреждениям. Стройте детские сады малой комплектности. То есть если нет территории для большого детского сада, маленький постройте, сделайте там на первых этажах, как это есть в Москве. Дайте другие-то варианты. У нас просто всегда нет, и все. Ну, смотрите, если строить детские сады, ладно, сейчас у нас идет там пик рождаемости. Когда придет очередная демографическая яма, что мы будем с этими детскими садами делать? Опять их по сходной цене продавать? Надо не допустить вот сход вот этого же падения пика. Надо дальше поддерживать рождаемость и вот выйти уже на уровень, когда и хватает детских садов. И вот рождаемость, она не пиковая, а она стабильно идет. Вот, поэтому здесь как должна быть совместная работа как и муниципалитетов, там региональной власти, так и федеральной власти. Чтобы видим спад пика, ну, значит, надо поддержать снова рождаемость. Значит, вот в этом направлении поможет нам избежать пустующие помещения в дальнейшем. А как вы думаете, если бы мы вот вместо детских садов строили, например, такие многопрофильные там, детские центры, например, которые там, когда пик рождаемости, он детский сад, когда спад, он там, ну, размещаются кружки, детские студии какие-то. Может быть, нам в это сделать упор? Это как вариант, но все-таки нам лучше бы не допустить спада. Дети нам нужны, жители нам нужны. Поэтому это как вариант для там, некоторых территорий, возможно, перепрофилирования, но не продажа. То есть основное не допустить вот попадания вновь построенного детского сада в будущем, если вдруг он стал не нужен, в частные руки, чтобы потом в дальнейшем, когда снова будет рождаемость, у нас оказалось, что негде строить. Угу. То есть вы за то, чтобы детские сады, которые построятся, они оставались всегда в муниципальной казне, всегда были у города? Однозначно, да. Хорошо. Давайте к другой теме перейдем. Дизайн-код улицы Ленина. Сегодня уже вечером в 17:30 в галерее «Прогресса» будет презентован проект дизайн-кода улицы Ленина. Планируется, что в дальнейшем изменения будут внесены в правила внешнего благоустройства. Их цель убрать визуальный шум с улицы и, возможно, там, если проект, если, как я понимаю, будет удачным, они его ретранслируют на все остальные улицы. Предполагается, что проект будет реализован уже с июля следующего года, и коснется он улицы Ленина, значит, на участке от Милицейской до Профсоюзной. Вы считаете правильное решение?
Нужно нам это? Я поддерживаю такое решение, лишь бы он реализовался, ну, по-правильному, как-то по-человечески, а не просто на бумаге. И чтобы не было, как у нас там с баннерами взяли, мы все сейчас закроем, уберем и заберем все там баннеры себе, чтобы по предпринимательству это не так сильно ударило. А что, кстати, им делать? Потому что они ведь за свой счет будут менять и вывески, и убирать, там демонтаж проводить. Ну, зачастую предприниматели согласны там изменить вывеску. Главное, ну, город помоги тоже. Может быть, вот тогда надо улицу Ленина сейчас включить в капитальный ремонт фасадов. То есть вы тоже, город, какую-то лепту внесите, и совместно будет тогда красиво, и там, изменение вывески, это будет стоить не так дорого, а преобразится вид, и люди будут гулять по этой улице, люди захотят зайти в этот магазин. Поэтому будет уже там обоюдное. Ну, то есть это должен быть какой-то формат государственно-частного партнерства. Однозначно, да. А просто заставить все... Я надеюсь, администрация не заставит фасад ремонтировать наших предпринимателей. Ну, кстати, да, если они уберут большие баннеры, там может остаться там, да, огромные дыры и там облупленная краска. Вот сейчас к этому идет, что там дизайн-код, как он предусматривает буквы, эти же вывески, не на подложках, а буквами просто. И да, если они подложку уберут, там остается ободранный кирпич. Поэтому как администрация это будет решать? Надеюсь, через фонд капитального ремонта. А вы проект видели, эту тоже презентацию? Видела, но как общественников, то есть он уже с 2015 года, я за ним так присматриваю. Надеюсь, что дойдет до реализации. Ну, то есть он вам показался таким красивым, показался хорошим? Я смотрю на другие города, и приятно погулять по некоторым улицам, там Питер же, Москва. Вот, в Костроме также все это принято, во многих городах это есть. Вот, наш тоже уже должен, там готов, некоторые улицы и без кода уже есть какой-то дизайн. Привести в порядок нормирование – это ничего страшного, лишь бы все это было совместно и не ударило по предпринимательскому сообществу. Ну, еще, наверное, знаете, главное, чтобы это было надолго, потому что у нас очень любят сегодня одни правила, завтра другие, чтобы это, ну, предприниматель знал, что это, наверное, да, на долгий срок такая согласна, история. Согласна, чтобы у них не менялись правила эти каждый год. Ну, надеюсь, поэтому он, этот дизайн-код, долго рассматривается. И очень рада, что он предложен общественностью в основном, а не сам город взял и спустил этот дизайн-код. Поэтому и верится в то, что он будет востребован, и предприниматель его примут. Хорошо, спасибо. Давайте к другой теме перейдем. К делу «Парк Победы» не можем мы его обойти в нашей программе. На этой неделе в суде был допрошен коммерческий директор компании «Кироспецмонтаж», которая как раз купила участок через подставную фирму у Кировского завода охотничьего рыболовного снаряжения, Павел Миронов. Значит, он сказал о том, что администрация им дала, компании, как я поняла, устный запрет на строительство. Хотя Леонид Ефаркин говорит о том, что все законно, стройте, что хотите. Ну, там, жилые дома. Вот администрация, какие-то реальные рычаги воздействия на застройщика, чтобы там стройки не было. Есть такие рычаги? Конечно, эти рычаги есть, как формальные, так и там неформальные. Администрация дает разрешение на строительство. У администрации все шансы потом не принять какой-то объект. Но ведь если дом уже построят, они уже станут перед фактом фактически. Ну, у нас такая практика, она вот и существует. По факту, ну ладно, что сделано, построено. Ну, дом на Володарского, например. Да, но надо отходить от этого. Если не построено не по правилам. Ну, по сути, по формальным признакам, если там построена подложка не 40 сантиметров, а 39, уже можно не принять целый дом. Вот, и этих формальностей очень много. И вот если в этом деле рассматривать, также вот у застройщика... Ну, это вот у них, когда уже построили, а вот на этапе проектирования, на этапе, я не знаю, закладки фундамента, вот чтобы остановить это еще, так сказать, в корне. У этого застройщика явно не один этот объект. И приемки работы ждут также следующие объекты. То есть, по сути, у администрации есть вот такой неформальный там рычаг не принять другие объекты, пока не возникнет договоренность по вот там вновь застраиваемому. То есть их можно, так сказать, щупальца свои распустить и, в общем-то, их за счет других объектов приструнить, так скажем. Да. И я думаю,
так оно и происходит. Единственное, что не всегда там в пользу, иногда в пользу только одного застройщика все. Надеемся, что это будет не только в пользу одного застройщика. Вот смотрите, во вчерашних показаниях Миронова был, точнее, прошу прощения, не во вчерашних, а в позавчерашних уже показаниях Миронова был интересный момент. Следователь спросил его, был ли на встречах его с Ефаркиным Владимир Быков, участвовал ли он в передаче денег, может быть, или каким-то образом способствовал сделке, на что Павел Миронов сказал, что нет. Такой вопрос со стороны следователя, на ваш взгляд, о чем-то нам говорит? Ну, нам он не может ничего сказать, не мы дело рассматриваем. Надеюсь, что там правоохранительные органы, они все во внимание примут. А так, если смотреть, ну, человек, сын Быкова этот же, ну, он же мог вести какую-то деятельность предпринимательскую, он мог там присутствовать. С другой стороны, какие там договоренности были? И вот это уже дело правоохранительных органов, все это учесть, рассмотреть. Надеемся на суд, справедливый суд. Смотрите, на том же заседании стало опять же известно, что уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников горадминистрации, которое было выделено в отдельное производство. А там они фигурируют как неустановленный круг лиц. Еще вчера мне казалось, что там установить этот круг лиц будет там, ну, для следствия труда не составит. Но вчера вечером уже появилась новость о том, что дело приостановлено за неустановлением этого самого круга лиц. Вот вы считаете, оно так просто приостановлено? Ну, вот этот неустановленный круг лиц кому-то понятен, но, может быть, это лучше для дела. То есть сейчас уже много показаний дано. Я думаю, много есть материала, на основании которого... Вы имеете в виду лучше для дела? В смысле, лучше не оглашать его и не выводить это там в паблик, в средства массовой информации, просто сказать, что это приостановлено? Или и у следствия действительно есть эти фамилии? Или у них их нет? Возможно, еще не доказано вот причастность каких-то лиц. Я не правоохранитель, не могу судить. Надеюсь, все это будет обнародовано, опубликовано. Но что сейчас есть, с тем мы и работаем. Надеемся, что суд он восторжествует, и в том числе сотрудники администрации принесут свое наказание. Да, Татьяна, спасибо. Это была программа «Особое мнение». Сегодня его высказывал депутат Кировской городской думы Татьяна Веселова. Всего доброго, спасибо. Особое мнение на 101 FM.